Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня нахожусь в районе Тосмур. Нашел очень хорошую квартирку, 2 плюс 1, недалеко от моря. Здесь у нас открытый бассейн, открытая парковка, в той стороне садик. Вот такое здание. Проект был сдан в 2005 году. Большой первый балкон. Тут у нас вся инфраструктура на этой дороге. Выйду, я покажу. Так что досмотрите до конца. Даже я пройдусь до пляжа. Расстояние отсюда где-то 110-120 метров до моря. До песчаного пляжа района Тосмур. Досмотрите, не закрывайте ролик. Вот, большой балкон. Первый высокий этаж с этой стороны, если посмотреть. Видите, да, на высоте. Вот, той стороне уже у нас магазин снизу. Так что квартира не на земле. Внизу у нас кладовка. Большая гостиная комната, совмещенная с кухней. Я бы жилую площадь вам отверил. Да. Постараюсь. Так, куда я поворачиваю? Вот, отдельная кухня. Постараюсь-ка я вам отмерить. Так. Сорок квадратных метров. Скажем, 30, потому что тот край я тоже внутри посчитал. Но с балконом вместе 45-52 квадратных метра. Вся вот эта комната. Как 1 плюс 1. Здесь у нас холодильник Indesit. Плита фирмы Esco. Духовка и вытяжка. Мраморная столешница. Окошко у нас. Сторона здесь западная, а балкон смотрел на северную сторону. Стиральная машинка Arçelik. Высокие потолки, 280-85 сантиметров. Здесь у нас прихожая большая. Значит, у нас первая спальня, а там второй балкон. Отмерим-ка эту спальню. Четыреста. Эта спальня. Здесь у нас балкончик второй. Здесь шкафчики глубокие, да. Один санузел у квартиры. Так, вытяжка тоже есть. Проточный водонагреватель Арника. И вторая спальня. Так, сколько здесь квадратных метров? Измерим. 13,5. Также выход на балкон. Слишком маленький ремонт тут требуется. Можете даже перекрасить. Обойдется 200, 300 или 500 евро. Так, что-то дверь открылась, стало прохладно.
И все, дорогие зрители, я сейчас иду вниз. Айдат здесь 100 лир. Итак, вышел я из квартиры. Покажу коридорчик. Есть лифт. Вот здесь лесенки, надо спуститься. Жилая площадь у квартиры где-то 95-102. Полностью жилая. С балконом вместе. Так, что, где здесь дверь открывается? А, не закрылись. Постарел. Постарел. Лились опять-таки. Здесь увидели уже. Ага. Уйду я вниз. Вот квартира над нами. Есть пандус, вот также лифт. Входите, нажимаете на первый этаж. Нажал, пускай лифт сам пойдет, я не буду идти. И все, сейчас выходим на вторую линию. Так, дорогие зрители, у нас тут пекарня. Аптека. Маркет. Позади меня БИМ. Тут курица. Открыть не могу. Да. Тут мясо, как раз цены на мясо покажу. Мяшки, мяшки. Ох, яички. Деликатес. Баба на меня смотрит. Дама на меня смотрит. Так. Здесь у нас ресторан. Вкусный. Мумин. Там тоже бистро, стикхаус. Там тоже один ресторан. О! Тут лаваш делают. Вкусно приготавливают. Все. БИМ. БИМ. Так. Ресторан, ресторан. Там для детей есть игровая площадка. Тут сделают пиде, лахмаджон, тандыр. Вот вкусно готовят там из пекарня. Там полаяси. А, здесь тоже мясник есть один. А, тоже мясо продают здесь. Уголь-муголь, канцелярия, парикмахерская, табак тоже продает, фруктовый, овощной магазин, там хамам, сауна есть, вот сейчас машина меня привет. Вот такой большой фруктовый, овощной магазин. Я проживаю в той стороне, та сторона речка, Дим. Так, вот. Какой большой фруктовый овощной магазин. Все, здесь что-то они меняют. Молодцы, ребята. Выйдем, мы ждем. Так. Еще что надо было вам показать. Там шок-магазин под этим зданием. Вот шок. Напротив него сеть-маркет. Там еще фруктовый овощной магазин. Ну, вся инфраструктура есть, то, что нужно для жизни. Текстиль даже, одежду продают. Если не хотите идти в торговый центр Аланиум отсюда, до торгового центра Аланиум где-то 25 минут пешей ходьбы. Также есть сеть маркетов Кочташ, там продаются хостовары. Единственная в Алании она находится у нас в районе Тосмо. В четверг у нас рынок отсюда где-то 700 метров, максимум 1000 метров. В ту сторону вам нужно пешком пройтись. Вот то здание, которое квартира там продается.
Здесь еще покажу, кто кому интересно, для детей. Открыли вот такой игровой. Игровая площадка для детей. 20 лир вход стоит. Но пока что убрали из-за того, что дожди сильные. Вот. Там баллончики, малончики прыгают. Вот. Играются. А! Если отсюда идти прямо 200 метров, речка Дим, там парки. Я уже музыку не ставлю, сам буду петь фаномы. Мотоцикл. Пекарню тоже сниму. Это ресторан пока закрыт. Европейцы в основном тут садятся. И здесь европейцы в основном. Мексикан, фуд, что-то еще, да? Здесь чайхана, как бы. С маской. Пекарня. Селям налечу. Офигенно. Этим я пойдем. Вкусняшки, вкусняшки. Шпаклава. Кадаиф. Фисташками паклава 120. Еще здесь курабье. Кейки вам в подарок. Тортик. Кейкин фиаты не кадар битанесине? 30 лир. 30 лир стоит маленький кейк. Тешекюля. Пляж покажу вам, досмотрите до конца. Итак, что еще тут у нас есть? Вот магазинчики маленькие, парикмахерские, 5-6 парикмахерских тут у нас в районе, тоже еще один ресторан. Цена квартиры, быстро скажу, чтобы услышали. 76500 евро. 76500 евро. Есть маленькая скидка. Продает. Ой, какой. Ох, я сегодня одел костюм. Так, дорогие зрители. Цена квартиры я вам огласил. Цена квартиры. Продает мой близкий друг, который... Мой сосед по району. Так что квартира только у меня на продаже. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Я показываю вам пляж. Себя я показал. Галипо ресторан, тоже вкусный один ресторан, который находится почти у первой береговой линии. Такси в районе Тосмо. У нас здесь в Тосморе есть подземный проход. 3 подземных, даже 4. Есть игровая площадка. Тут пандус. Спускаемся вниз. Лесенки туда-сюда. В той стороне, если идти в сторону Алании, там подземный проход, он прямой, без этих лесенок. От той квартиры где-то 300 метров в правую сторону, если пойдете. А также сеть магазинов Мигрос там, банкоматы там. От квартиры где-то 300-400 метров впереди. Вот песчаный пляж. О. Ага. Кстати, ресторанчик, который будет в Алании, вот уже его делают, его тоже я сейчас сниму, как раз ролик будет. Вот пляж. Вот вам волны, вот вам звук моря. Пойдемте покажу еще ресторан.
который будет. Как раз у них узнаю кое-какую информацию. Первые кадры, кто посмотрел, тот посмотрел. Такое вот дерево. Пол будет у нас в таком формате. Ага. Вид с ресторана. Короче, мне здесь сказали, что в начале отеля «Банана», где вот Алания, там уже один готовый такой ресторанчик есть. Кому интересно, поезжайте, смотрите. Или же дождитесь, пока доделают этот, я ролик сниму и поставлю на канал. Все, дорогие зрители, с вами был Агаси из солнечной Алании, район Тосмур. Но сегодня солнце спряталось под облаками. Надеюсь, выйдет. Всем пока-пока.